Доброго дня, мои дорогие подписчики, люди, которые меня смотрят. У меня сегодня небольшая распаковка чек. Что же я купила? Купила я, ребята, вот такой сыр плавленый. Вот такой вот сырок. Йогурты мои любимые, данончики. Данончики с клубникой и с грушей. Вот. Сырочки. Сырочки купила. Здесь очень вкусные сырочки. Творожные. Маслицы, маслицы. Колбаску финский сервелат. Угу. Взяла себе на бутике хлебец полевой, сольной, нарезной. Попробую. Вот такой вот вкусненький. Угу. Черный хлебушек. Очень хороший здесь вкусный хлеб такой. Минский хлебозавод, ну вкусный, прямо мягенький. Ой, прям вообще прям ароматный, ароматный. Ну как же я без своих любимых шоколадов? Вот этот шоколад взяла попробовать, вот этот вот с орехами. Еще не пробовала вот этот. А ну вот это вот бесподобный шоколад. Вот. Мороженое взяла, пломбир на сливках. Вот такой, это на вечер мне. Вот таких три штуки взяла мороженого. Это самое вкусное мороженое в городе Минске, мне так кажется. Но оно очень вкусное. Сыр взяла белорусский классический, вот такой вот. Две картошки взяла. Люблю вот этот холодец, всегда покупаю. Даже не могу ничего плохого сказать. Очень вкусный, ароматный, с чесноком. Ну, мне очень нравится. Еще и с картошечкой, так это вообще классно. Огурчиков вот взяла три штучки. Такие хорошенькие. Зато на базар поеду, еще надо будет подкупить. Это вот на два дня покушать. Вот. Дальше что я купила? Вот такой напиток. Швепс клюква. Вот. Ну и как всегда, вот такое вот печенье очень вкусное. Оно 15 рублей стоит. Это 12 рублей, 360 рублей на наши деньги. Но оно очень вкусное. Называется «Маргарита со вкусом смородины». Вот. В одном магазине в Санта я купила продуктов на 60 рублей. Сейчас еще покажу, что купила вот такую вот Пасху. Это Пасха. Пасочка, видите, какая прям с крестиком. Все это самое. Царская. Царская Пасха. Называется. Стоит, я ее купила в Лидо. 12 рублей. Вот это Пасха. И вот взяла еще вот такой вот кулич. Пасочка же. Но он был еще теплый. У меня прям вот здесь все приклеилось к нему. Вот, видите. С днем Святой Пасхи. Вот. И вот этот вот кулич стоит 5 рублей. Вот такие покупочки. Где-то у меня еще моя любимая. Ну как же я без своей любимой Кока-Колы? Вот. Вот такие продукты я купила. Всех поздравляю с наступающей Пасхой. Светлой Пасхой. Здоровья, ребята, всем. Благополучия. Счастья в личной жизни. Будьте счастливы, не болейте. С вами была я, Елена Березкина. Всем пока-пока.